Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних обходят многоэтажки и расклеивают памятки. Летом, когда, казалось бы, все отдыхают, участилось количество несчастных случаев. Многие родители считают, что москитная сетка сможет удержать ребенка, но это не так. Ребенок, оказавшись без присмотра на подоконнике, может выпасть из окна. Несмотря на все предупреждения, такие случаи происходят довольно часто. Только в июле в Рязани из окон выпали 3 ребенка. Они остались живы только потому, что высота была небольшой, максимум 2 этаж. С семьями, в которых произошло такое несчастье, проводится работа, рассказывает начальник отдела аппарата комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Александра Батурина. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей и могут вынести предупреждение или оштрафовать. Беда с ребенком – самое большое наказание для родителей за халатность. Поэтому, когда ребенок находится дома, нужно лучше за ним следить. Правила знают все. Не оставлять без присмотра детей в помещении с открытыми окнами даже на короткий промежуток времени. Не поощрять игры различные и лазание на подоконник. Во всех фирмах по установке окон есть специальные замки, которые блокируют окна в режиме проветривания. Установить их могут только профессионалы. Еще один способ спасти ребенка – поменять ручку. Установить на окно ручку, которая имеет механизм внутреннего замка. С помощью этого замка, значит, можно запереть наше окно, либо дверь, ключ убрать. И таким образом, значит, ребенок не сможет открыть. Заменить ручку легко самостоятельно. Продается она в любой фирме, устанавливающей окна. Цена небольшая, работы на полчаса. Зато за жизнь ребенка можно не беспокоиться. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».